Сотрудники межмуниципального управления МВД России Раменское задержали группу лиц по подозрению в совершении серии грабежей. Одно из совершенных преступлений было зафиксировано на видеорегистратор очевидцами. Проезжая на машине мимо прохожей, злоумышленники вырвали у нее из рук сумку и попытались скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались 21-летний и 22-летний жители города Ульяновска. Им предъявлено обвинение по двум эпизодам преступной деятельности, части 2 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабеж». Наказание предусматривается сроком лишения свободы до 4 лет. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к другим преступлениям на территории Московской области.